Вор на вопрос, кто ты по жизни, обязан ответить, что он вор. Это не обсуждается, он просто обязан. Сейчас за это судят в России, и в Грузии судили, там придумывают, конечно, ну, разную херню, но вор обязан, не имеет права от своего имени отказаться, потому что за это предъявят. Ну, все будет решать скотка, а так это ж не судилище, что там он автоматически. Нет, это ему предъявляют. Человек говорит, я вот имею возможность вальту предъявить. Тогда-то ему задали вопрос, он сказал, что он не вор. Или даже промолчал. Ну, короче, это все будет решать сходка. Если сходка обоснует, что я не имел права такого сделать, то, конечно, но в чистоте, когда вору задают вопрос, где бы он ни был, он обязан сказать, что он вор. Если спросили, кто ты по жизни, а ты начал мямлить, сопли жевать, значит, уже имеет право предъявить. Просто предъявлять должны на сходке. А кого судили? Он не отказался от имени, а ему добавили 15 или 10 лет. А рядом со мной будет, кто отказался. Мы что, на равных с ним будем? Но это же глупо. Он отказался от имени, а мне доболтали 15. Да пошел ты нахуй, чтоб я с тобой на равных был. Вот и все.